Всем привет! Обзор на сплит-систему Whirlpool модель AMD 343. Вот так вот выглядит у нас сам внутренний блок. По показателям мощности это у нас семерка. Кондиционер сплит-система рассчитан на площадь 20-22 квадратных метра. Также данная модель сплит-системы у нас инверторная. По основным характеристикам данной модели здесь регулировка направления воздушного потока есть, таймер включения-выключения, режим работы здесь как охлаждение, так и обогрев, мощность в режиме охлаждения 2081, мощность в режиме обогрева 2110. Также из дополнительных режимов здесь есть осушение, ночной и вентиляция. Также по дополнительным функциям есть самодиагностика, автоматическое поддержание температуры и автоперезапуск. Уровень шума внутреннего блока составляет 32-37 дБ. Фильтр тонкой очистки воздуха есть. Также на самой сплит-системе присутствует дисплей. И вот так вот выглядит пульт. Данная модель сплит-системы отлично работает, полностью справляется со своими функциями на все 100, отлично работает в режиме охлаждения, холода летом, и также можно пользоваться в режиме обогрева. Данной сплит-системы вполне хватает для комнаты площадью 20 квадратных метров. И вот так вот выглядит уже непосредственно сам внешний блок от данной сплит-системы. Включаем сплит-систему. И также у нас сейчас режим охлаждения холодного воздуха стоит. Вот на дисплее вверху слева, левее у нас снежинка нарисована. И максимальный режим вентиляции выбран. Нажимаем на кнопку моды. И у нас меняются режимы. Сейчас у нас солнце нарисовано. Режим HEAT. Это у нас теплый воздух идет, обогрев. Нажимаем еще раз. И у нас также Cool, режим снежинка нарисована, холодный воздух. Также можно нажать на кнопку Fan, и у нас вентиляция будет меняться. Сейчас у нас максимальный режим стоит. Вот у нас минимальный режим вентиляции. Потом максимальный автоматический, просто максимальный, средний режим, минимальный. Ну и, соответственно, менять температуру меньше-больше. Кнопка включения-выключения. И также есть кнопка направления воздушным потоком, шторка. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!